Всем привет! Прямое включение при дневном свете с подоконника. Значит, тема такая: как правильно выбрать оттенок марсала? Причем я буду говорить о лаках, но это и распространяется на помаду тоже. Вот. Когда я еще была лохушка и что-то трендовое входило в моду, входило в новую тему, я... Ну, как бы, попробуешь, там что-то, фу, как некрасиво, отложила, и все, и до свидания, и забыли. Вот. Это мне не идет, просто я делала галочку в своей полочке, хотелок, да, и не идет, как бы, забудь, фигня, ерунда. На самом деле не ерунда. И очень сильно, и очень хорошо в этой теме нам может помочь цветоанализ. Вот вам, как бы, мои ручки. Возрастные, но с натуральными, совершенно как бы не нарощенными ногтями. Ногти у меня в порядочке. Кстати, вот мой must-have. Я всегда использую умную эмаль. И вот чтобы, значит, первый пункт. Как определяем марсалу? Марсала – это не какой-то один оттенок. Их существует огромное количество. Подтонов, тонов и так далее. Идеальная ваша марсала, потому что сейчас это повальное увлечение, это самый трендовый оттенок 15-го года, и он незаметно перескочил в 16-й, он есть в тенденциях. Но в зависимости от того, холодный подтон кожи, или теплый, или нейтральный, вы выбираете по принципу, вот видите, что белочок, пальчик вокруг выбеливал. То же самое касается помады. То есть я видела прямо, ну, настолько классно девчонкам идет. Вот прямо лицо белоснежное, такое фарфоровое, губы темные, винные. Идеально красиво. Вот чтобы было идеально красиво, мы на себя, на губы и на ногти, чтобы это нас украшало, а не уродовало. Мы именно подбираем марсалу по принципу, вот даже просто не надо ничего тестировать. Вы просто подносите, значит, оттеночек к вашей руке. Так, вот этот лак у меня на ногтях, два слоя. И если рука бледнеет, светлеет рядышком с этим цветом, значит, это правильный оттенок. А если вы начинаете видеть то, чего вообще у вас на самом деле нет, там какие-то фиолетовые отцветы рядом появляются, там, не знаю, какие-то синевато-красноватые, значит, это просто неправильно выбранная марсала. И то же самое распространяется на помады. Вот. Можно искать, как в дорогих брендах, профессиональных, таких как Inglot, вот марсала 691 оттеночек, вот он. Можно поискать в бюджетных вариантах, это лак Рута, который стоит вообще там, не знаю, там рублей 40, 15 оттенок. И еще вот я нашла в Руте такой с шиммером 32, вот он. Он с шиммером такой, более фиолетово-голубоватый, то есть здесь вот прямо вишенка. Здесь что-то среднее, хотя вот они все, по сути, марсалы вот в рядочек лежат, видите? Так что, я надеюсь, эта информация вам очень полезная оказалась. Вот. Если есть еще какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Я готовлю очень-очень много видео, так много, что я их уже не успеваю выпускать. Я превращаюсь в какую-то фабрику грез, в хорошем смысле. Ну, не то чтобы... фабрику грез, а действительно тем очень много, и я могу поделиться этой информацией совершенно без проблем для себя, и она меня уже разрывает, у меня ее много, это не просто там делать обзоры. Совсем недавно мне прислали косметику на обзор, и только благодаря тому, что я ее честно протестировала, ни с чем не мешая, то есть только пользуясь одной этой косметикой, мы выяснили, что для нашего региона в зимнее время эта косметика просто непригодна. То есть вот какую работу делают блогеры. Я не знаю, буду ли я делать обзор вот на эту тему. Если надо, то пишите. Всем всего хорошего, всех люблю. Bye-bye. Подписывайтесь.